Хе-хе-хе, спрашиваешь, почему система не БО3? Потому что это онлайн, и, во-первых, я уже много... Я писал это на форуме вообще. Две причины. Первое это то, что я не хочу... Прежде, первая основная, я не хочу проводить турнир 10 часов. Потому что с дисконнектами и прочей фигней требует очень долгого времени в FT3 система. А вторая причина в том, что у нас вечер пятницы, и просто мы не сможем по времени физически провести столько игр. Мы играем обычно 2 часа в FT1. 2-2,5 часа обычно. Максимум к часу по Москве заканчиваем. И третья причина, наверное, это то, что я хочу сделать турнир интересным для новичков и для зрителей. Новички получают шанс выиграть даже у более сильного противника в FT1. Ну, повезло там. Вот. А зрителям не придется смотреть на избиения много подряд постоянные. В общем, FT1 более зрелищный формат и более случайный. Я думаю, случайный в данном случае хороший фактор. Пока Немиар взял Найтмара почему-то и доминирует просто в хлам. Видимо, решил на лагах просто заряда. Что ж, это было бы...